А, я подорвал его, походу. Ага. Это прикиньте, какой брат. Ой, блядь. Царюха, каждый игрок Таркова, когда он только начинает играть в Тарков, спустя какое-то время приходит к этой гениальной мысли, к которой пришел ты. Заряжать 5 патронов плохих, 5 хороших, 5 плохих, 5 хороших. Я каждый раз, когда убиваю типов и начинаю с их магазина вытаскивать патроны и вижу вот эту вот твою схему, которую ты сейчас придумал, мне каждый раз смех продирает, блин. Выигрыш эргономик 20-зарядным. Да какие 20-зарядные? Ты видишь, что я по 40 бронебойных патронов в босса вжимаю? И босс только на последнем патроне умирает. Какие 20-зарядные магазины? Ты что? Одумайся. Окстись, блин. Наказатель и... Хрен знает, что-то, что невозможно прочесть. Вот он застреляет. Зашли да внутрь уже, по-моему, они. Ёпта. А звук? Ноль звука абсолютно просто. Да, там хеклер уже стреляет внутри, походу. Блять, у меня. Там мега-танки, блядь, какие-то. Ну это рестарт. 100%. Голова, глаза, да-да-да.
Голова, глаза, тебя. Ну, понятно, уже есть люди. Двое тут. Ну какой животик ты лечишь? Трудак лечи, ёптать. Двое, что ли? Ну там уже убивают боссов моих. Кто-то их уже убивает. Опять эти типы? Злой гоблин и вот этот чел. Это же они? Блять, стамину мне выбил, сука. БГСки там у тебя, да? Ага, 7.40. Ну понятно, больно было. Ну нет. Да, гоблин, это те же самые типы. Бля, каков шанс? Что, башка болит? Бухать надо меньше. Два раза вайпнул этих типов. У него броня 15 прочности. Нормально у него? Упс. Our guy's down. Блять, чувак. По-моему, есть. Нет? И теперь тоже нет. А взрыв? А, он взорвался. Просто взрыва не было. Взрыва добавит варенье, чат. Упс. Уа! Куда она улетела? Куда?
она улетела, блядь? Наверх, что ли? Из бункера или что? Чат, где граната? Вот где, блядь? Она просто улетела куда-то. Ёб твою мать. Она ударяется по какую-то... Блять, текстуру невидимую. Так, этого я взорвал. Там хеклер должен быть. Только бы не хаешку. Я там не смогу от нее уйти. А? Это что такое, блядь? Ага, так я и думал. Прочитано. Попробовать на капсе, что ли, подойти поближе к нему. Как бы тенью не спалиться от лампы. Фух, готовы? Бля, сразу в голову. Блин, мне кажется, вот этот чел с ВХ, с хеклером, он ни разу не подставился под мои выстрелы. Штурман, белый никнейм. Мне кажется, это ВХ-чат. Он не мог знать, что я здесь. Я прыгнул под гранату и на беззвуке к нему подошел к углу. И он просто контролит угол. 19 уровень, чат, с хеклером, в такой снаряге, прям чувствует игру, прям вот чувствует, как надо правильно играть, понимаете? Thank you.
прямо, берцы! Блять, тут бот. А, я подорвал его, походу. Ага. Хорошая грин, да, залетела? Видели, как она отлетела вообще? Грамотно. Это прикиньте, какой брат... Ой, блядь. О, там Юсек? Что там происходит, блядь, у вас? Вы там с РГОшками сидите? Все, блядь. Трое сидят на выходе. Я же правильно понимаю, но... Одного взорвал. Одному дал. Так, и чё? Go away, pussy. Эти геймеры Таркова, блять. Он реально, он просто убежал, блядь. Да. Ты же сам сказал ему уходить. Так он уже вышел к этому моменту. Он же там на выходе уже стоял секунд 10, наверное.